Так, и переходим сразу к следующей посылке. Кто не видел распаковку на часы, точнее обзор кратенький, ссылочку оставлю под видео на часы. Так, здесь у нас вот такая вот штучка. Штучка-дрючка. Так, в пакетике больше как видно, ничего нету. Как бы вам объяснить? В общем, сюда наливаешь, для начала ложишь, значит, на сковородочку. Обязательно это, кстати, покажу в видео. Сюда, допустим, разбиваешь яйцо. Ну, куриное, естественно, не свое. И оно получается, когда жарится, в форме сердечка. Вот. Романтики очень прикольно делать. Так, девушки, знаете, с утра подойти так. Разнообразить как-то завтрак. Вот. Такая вот интересная штучка. Обязательно покажу. Приготовлю яйцо. Дегустируем. Обязательно. Всем привет, кто внимательно следит за моим каналом. Пришла вот такая штучка из Китая. Форма для яиц. Завтрак с утра, но мы это делаем не утром. Мы это делаем ночью. Точнее не ночью, ну как, вечер. 9 часов уже. Вот. Сковородка такая позорная, да, не обращайте внимания. Это просто эксперимент. Просто не хочу тефлоновую доставать. Мало ли что будет. Так, разбиваем яйцо, значит. Так, сковородка у нас нагрелась. Яйцо в форме сердечка. Да, и когда я начал записывать видео, всем сразу понадобился я. Зазвонил телефон. Вот, вот такое вот яйцо у нас получилось. Формочку можно сразу же мыть, естественно. Вот такое вот, не знаю. Сейчас подниму штатив. Получилось ли оно в форме сердечка или иного чего-то. Вот. Можно украсить как-то, да, там. Салатик вот накидать. И все, всем спасибо за просмотр, всем пока, ставлю ссылочку на товар, заказывайте, если вам это нужно. А я пошел кушать.